Привет, меня зовут Таня Пахомова, и я хочу поделиться о том, чем я занимаюсь в Бостоне. Чуть больше года назад я приехала в Бостон, чтобы получить магистратуру по специальности Project Management в Northeastern University. И вот мой университет. Я выбрала Бостон, потому что за год до поступления в университет я была в Америке по программе Work and Travel. Я работала в парке развлечений в Нью-Джерси. Я решила готовиться, подавать документы и снова обратилась к услугам Star Travel. Без агентства у меня бы ничего не получилось, потому что процесс очень-очень длинный и сложный. И благодаря огромной поддержке у меня все получилось, моя мечта стала реальностью. И здесь я получаю свою магистратуру и работаю. Так как мой университет славится отличной репутацией по стажировкам, я решила тоже попробовать. Я разослала свои резюме в 73 компании. Сейчас я работаю в PTC. Это огромная корпорация, и я нахожусь в Нидеме, в штаб-квартире. Компания занимается виртуальной реальностью, дополненной реальностью, симуляцией, CAD, PLM и интернетом вещей. Моя компания уже второй год занимает звание топ-компании, которые размещены в Бостоне. Я работаю в отделе маркетинга и по своей специальности Project Manager. Если у вас есть какие-то вопросы, я абсолютно открыта и рассказываю свою историю в Telegram и Instagram. Вы можете меня найти по нику TJ with Attitudes. Спасибо большое и хорошего дня!